Логику, да, круги Эйлера, то есть понтийные какие-то образы. То есть ушу – это вот самое общее название всех китайских боевых искусств, всех стилей. В нем есть стиль тайцзи, тайцзи цюань, да. В стиле тайцзи тоже есть ответвления, то есть там семья Чэнь, Ян, там другие направления, да, как бы подразделяются. И внутри каждого стиля есть своя система подготовки, да, то есть это формы, таолу, то, что называется, это обязательно, ну, то есть в традиционной истории это обязательно нейгун или цигун, это сейчас его называют, внутренние наработки, да, вот то, что мы часть делали, то есть это часть нейгун, то есть мы потихонечку обращаем внимание на тонкие вещи внутри себя, на состояние тела, на управление током крови, лимфы, внутренние движения, то есть глубоких мышц. Медитативные практики, да, в каком-то виде? В том числе и медитативные практики потом, да. И вот туйшоу – это один из способов тренировки, да, то есть как таолу, формы, как гимнастика, да, нейгун, наработка, парные упражнения, то, что мы сейчас с вами поделали, да, потом туйшоу и дальше саньшоу, то есть свободный поединок уже, без ограничений. Ну, саньшоу как бы уже для высокого уровня, для тех, кто уже как бы не получает травм нигде в туйшоу, да, то есть уже как бы может стать таким, как у нас идея центральная, не победить, а остаться непобедимым, то есть не получить никаких увечий в процессе работы. Почему эта история родилась? Да? То есть китайцы долгое время, у них же история боевых искусств насчитывает уже почти 4000 лет. Да? Как государство Китая такое одно из самых стабильных исторически внутри, да, несмотря на тоже богатую их и разнообразную политическую историю. И они в один момент поняли, что если вот боевые искусства практиковать как практикуется это сейчас, например, в ММА, да, то есть такое сильно жестко, это все тоже было уже несколько тысяч лет назад на помостах, да, то, что сейчас осталось как ушу саньда, то будет такая история, что вот как в анекдоте, да, если в школе боевых искусств нужны новые ученики, старые и все. Да, то есть мастера ломались очень часто в этих поединках, и как бы, а до уровня именно такого, о котором ходит легенда, о которых хотелось бы именно достичь, да, доходили единицы, у кого было именно крепкое здоровье, да, то есть это какие-то отдельные личности. И родилась необходимость, так как желающих изучать боевые искусства было много, создать такой формат изучения и практики боевого искусства, который бы не вредил здоровью. И родилось вот то, что мы сейчас называем туйшоу, да, то есть туйшоу бывает на месте, бывает в ограниченном шаге, в движении, и как бы свободное туйшоу, где-то там уже можно всякие подхваты и под ноги делать. Давайте сначала ноги на ширину таза, колени, ягодицы, плечи расслабляем, ручки на живот, спокойно, потихонечку приступаем, да, то есть первое, внимание в центр, то есть мы должны почувствовать живот как центр тяжести наш, да? Давайте сначала опустим и настроимся немножечко, да, по сторонам. Такая калибровка у нас в пространстве. Управляем внимание вверх, немножечко каждой клеточкой тела подтягиваемся немножко вверх. Чуть-чуть. Распрямляемся. Наблюдаем пространство сверху. Землю под ногами чувствуем. Немножечко стекаем на костях, как бы укореняемся. Пространство слева, небольшой крен, да, чуть-чуть вверх, налево. Пространство справа, чуть-чуть направо. За спиной, немножечко крен назад. И в
впереди, чуть-чуть крен вперед. Хорошо. По органам чувств пройдемся, чтобы включить тело. Взгляд. Обращаем внимание на зрение. Вкус с языка. Осязание. Ощущения на коже и под кожей. Обоняние, запахи, звуки, слушаем. И самое главное, ум. Все соединяем вместе. Находим равновесие между животом и пространством вокруг. Движение прекращается полностью. Ручки на живот. Чуть-чуть живот идет к поясничке, втягивается. Мы чуть-чуть вперед подаемся. Всем телом. Наружу расширяемся. Отходим назад, опираемся как бы спиной. Вперед. Собираем. Мы называем наш центр, наш живот, мы его называем дантян. Собираем и расширяем это. Первая идея, основная боевых искусств китайских, то есть это открытие и закрытие. Чуть-чуть. То есть мы идем носочком, дантян собираем, пяточком расширяемся, но доходим не до конца, то есть оставляем немножечко запас мягкости. Чуть-чуть к носочкам, назад к пяточкам, носочком. Дантян собираем, он как бы прилипает к пояснице, к третьему позвонку. Расширяемся. Собираем. И расширяемся. Супер. Ну а теперь давайте начнем разминку. Разбиваемся по парам, да? Кто-нибудь ко мне в гости приходит, с кем буду сразу показывать упражнения. Будем заниматься. Ну? Пойдем. Давай. Да. Ну, начнем с простого, да? Вот мы сейчас сделали собирание, расширение, да? Кто-то снаружи, кто-то изнутри. Ручки поставили. И как бы вот на натяжении кожицы, вот этом тоненьком, мы начинаем работать. Друг к другу вперед, животик к пупку. Друг от друга назад. Ты расширяешь. Чтобы натяжение чувствовал, да, то есть рука. Внутрь. Себе, от себя, ручки расширяются. То есть то же самое, что сейчас сделали. Пупочек поясницы подтягиваем и расширяем. Пространство между нами, мы с ним играем, да, то есть мы его уменьшаем, потом мы его увеличиваем. И постоянно между нами сохраняется такое натяжение, да, в руках. Напряжение не, да, то есть мы должны сразу различать напряжение и натяжение. То есть три состояния. Вялость, напряжение, а между ними есть натяжение. С этого потихонечку начинаем. Вот, кожица, да, у нас есть, мы его потихонечку вот на вот этом маленьком сдвиге, когда тык, натянулось, да, все, вот этого нам достаточно. Это вот мы натянули. Постоянно. Чуть друг другу, здесь постоянно сохраняем. И расширяем. Хорошо. Послушали друг друга. Теперь правую ногу вперед. Да? Человек, значит, один кладет руки сверху вот так, и расслабляется. Сейчас наша задача пообщаться. Да? Что это значит? Один человек, который положил руки сверху, находится в абсолютно пассивной позиции, то есть он ничего не делает, ничего не предпринимает, только впитывает. Тот, кто поддерживает снизу, начинает движение по кругу. Переднюю ногу чуть-чуть стекает вниз, заднюю ногу вверх. Переднюю ногу чуть-чуть стекает вниз, заднюю ногу и вверх. То есть мы начинаем проявлять. А человек учится слушать. Что это значит? Это значит не одно из двух. То есть мы не мешаем,
но и не помогаем. То есть не помогай, свистни на меня, прям во. Чтобы я почувствовал твою тяжесть, у тебя ее много, и это как раз вот то, что нужно, да? На вот этом натяжении ты потихонечку следуешь за мной. То есть, да, только после немножко, не сразу, а доли секунды после. То есть первая задача в боевых искусствах — научиться не рыпаться, а идти только когда уже конкретно что-то случается. Не поддаваться на провокации. Хорошо. Теперь меняем ногу и меняемся ролями, да? Что мы делаем? Мы в первую очередь сейчас тренируем то, что называется в китайской практике увэй. То есть не деяние, не делание. Спокойствие и впитывание. Начинаем. Сверху толкаем, снизу тянем. Сверху толкаем. Наоборот. Сверху толкаем. Задача человека, который впитывает, быть немножечко вязким, как смола. Чтобы человек, несмотря на вашу расслабленность, ему приходилось как бы действительно проявляться. И мы это смягчаем. То есть мы как второй человек, который действует в активной позиции, он как бы вязнет, как пчела в сиропе немножечко. Сильно не уходи, да? За пределы своего равновесия не выходишь. Ты двигаешься внутри себя, как бы сохраняя пространство между нами. Иначе как бы дальше будет другая история. Мы сейчас... Локти не выходят за пределы позвоночника, а колено не выходит за пределы стопы, да? То есть мы находимся в пределах своего равновесия. То есть китайцы долгое время думали, да, как же вот сделать такое вот боевое искусство, которое будет доступно абсолютно всем. И пришли к тому, что как бы тренировка всяких приемов — это очень долго. 10 тысяч приемов, 10 тысяч раз — это жизни не хватит, да? И пришли к тому, что вот наша задача первоочередная — это тренировка состояний. Физического состояния, психического состояния и соединения этих состояний. Также эмоционально. Первая идея — это покой. И вот это создание вязкости. Класс! Супер! Спасибо! Давайте с кем-нибудь еще поработаем. Давайте. То есть будем меняться немножечко, чтобы со мной побольше людей поработало. Именно через прикосновение это как бы понятнее становится. Потому что пока смотришь, это весьма сложно. Давай, спина к спине. Встаем. Следующий элемент разминки. Поясничкой так прижимаемся, округляем. Встаем удобно, ручки так раз. Вот так, свешили. Прилипай поясницей, округляйся. Не, не наклоняйся. Спинку округляй, вот здесь. Вот это место на меня. Да. Все, руки свешивай. Свесь, свесь, свесь. Расслабляй. Все. И поехали. Пол круга один человек. Пол круга второй человек. Только поясница. Медленно, медленно, так же. Пол круга один. Пол круга второй. Именно низом спины, не верхом, только низ отдельно. Да, то есть мы стараемся прилепиться точкой мин-мен, у нас называется, там, где ямочки на пояснице. Ой, и вот это крутить тихонечко, да. Давай, полкруга ты теперь, да? Вот так. Идешь, теперь ничего не делаешь. Все внимание на ощущения. То есть все внутрь убираем. Класс. И в другую сторону, да? Вставай удобно, чтобы стекал на костях немножечко, да? Первоочередная история. Тихо, не падай. Чуть-чуть встань удобнее, чтобы тебе прям было удобно, и ты мог на меня прям лечь как-то, да? То есть, во! Только ляг низом. Во! Есть контакт. И поехали, да? Толкай низом. Есть. И все, поехали. Первоочередная идея — это развитие подвижности тазобедренных суставов. Узнаю брата.
и поясницы. Да, да, да. Хороший брат. О, хороший живот. Брат? Как же вы чего-то услышите, когда вы постоянно болтаете? Сейчас мы адаптируемся. У нас как это? Китайский мастер Фэн Житян, когда к нему наш вот товарищ Владимир приехал, он тогда уже был такой в возрасте, за 70, уже известный во всем Китае и за пределами, раскидывал молодняк весом до 150 килограмм. Значит, к нему подошли, и он, первое, что он сказал, говорит, как, говорит, научиться кунг-фу? И он говорит, заткнись и слушай. Так лаконично. Вот. С улыбкой. И все, и будет класс. Отлично. Все. Меняемся еще раз в парах. Подходите в гости. Встаем напротив. И теперь чуть-чуть посложнее, да, история? Давай ногу. По-другому. Вот так. Нет, так я не смогу. Встаем, ручки свешиваем. Значит, наша задача покрутить тоже. То же самое. То есть то, что мы делали сейчас поясницей, мы продолжаем делать. И человеку как бы разминаем заодно ногу. Задача человека расслабляться. И вот это вот вращение разрешать себе. Да, то есть не спорить, не создавать помех, но и не помогать. Да, то есть полный покой. Одна нога впереди, да, у человека, который вращает, вторая чуть-чуть сзади. И вот мы именно поясницей, да, то есть то, что мы сейчас вращали в паре, продолжаем делать. Руки ничего не делают. Потому что руки, они как бы у нас, по мнению китайских мастеров, не существуют. Существует тело только до серединки. Ноги, дантян, все, что дальше, это нам только снится. В обратную сторону. Это изменение, которое к вам приходит с движениями другого человека, нужно его принимать. Это первая задача наша. Не спорить, не пытаться помочь, сделать по-своему. Просто ничего абсолютно не делать. Только стоять на ногах. В данном случае на одной. И вот как бы, как только кажется, что равновесие теряется, на кости свесились, то есть стекаем в землю, стекаем на основании, на каркасе, на своем. И ничего больше нам сейчас не нужно. Вот. Именно поясницы, да? Полечко. То есть обычно, да? Мы тянем только прямую линию. То есть шпагат передний, шпагат задний, поперечный. Для пущей эффективности мы здесь прокатываем сустав, скажем, по всей орбите. Хорошо. Пускаем ногу и меняемся ролями. Как говорится, любишь кататься, люби саночки возить. Одна нога впереди, другая чуть-чуть сзади. А вот эта нога сзади, да, то есть как бы тут идея какая? Сразу заранее, что если что, мы удар пропускаем мимо себя, да? Не в себя. Моя задача расслабляться. А по часовой стрелке не против? Пока вот снаружи заходишь, изнутри вытягиваешь, потом обратно, да? И не руками, руки свисают. Движение там, в центре, назад поясницу, как будто за копчик потянули тебя. В сторону смещаешь, и потом как будто за живот тебя потянуть. То есть у тебя как будто ремень здесь такой на поясе, и тебя тянут за ремень назад, потом в сторону, вперед. Вот именно этим центром двигаемся. Внимание все время в центр. Без внимания в центр мы не можем говорить ни о какой устойчивости, да? То есть такой идеи, в принципе,
сложно себе представить. Расслабляем верхнюю часть тела, расслабляем. Ключевая история тайзи в том, что наша вся практика, она такая неторопливая очень. В первую очередь для того, чтобы нервную систему нашу немножечко замедлить, затормозить. Поскольку раздерганная нервная система в поединке всегда будет поддаваться на провокации, всегда на мелкие движения будет реагировать. И нам это нафиг не надо. Поэтому мы как даосы успокаиваемся, и вот через движение мы своему телу даем понять, что все в порядке, все хорошо, и можно отдыхать, прям в движении отдыхать. Класс. Пускаем ногу. Давайте поменяемся в парах и другую ногу еще покрутим. Теперь встаем вот так, да, друг напротив друга, будем уже немножечко технику пробовать. Давай, значит, руки. Я чуть-чуть тебя толкаю, делаю шаг на тебя, ты делаешь один шаг назад. Разводишь мои руки, опускаешь вниз. Пускай вниз, пускай, пускай, пускай. Отшагивай второй ногой. На одну ту же линию. На одну линию. На одну. Нет, вот сюда. Вот сюда. Да. И отсюда пальцы вверх, делаешь шаг и толкаешь меня вперед, вперед. Раз, два, раз, и подтягиваешь потихонечку, то есть ладошка прилипает ко мне и немножечко на себя подтягиваешь. Так, и шаг на мне. Хорошо, стопы параллельно, да? Все, отсюда пальцы разворачиваешь вверх, вверх, вот так, да, вот, и толкаешь, шаг на меня, раз, я, соответственно, подтягиваю. Твоя задача не сделать больше шага, один шаг назад, тут у нас две точки, да, шаг вперед, отшаг назад, четыре точки получается, да, вперед, назад, не сделать больше, ни туда, не сюда. Остаться стоять. На тех позициях. Да? И продолжай. С одной ноги шаг. С одной. И толкаешь, да? Ну, как бы что, задача какая? Ты сейчас пальцы вверх разворачивай, да? Вот. Раз, подтягиваю тебя. Чуть-чуть. Чтобы на натяжении кожи немножечко туда заходит. Один шаг. Я один шаг сделал и жду, пока он разведет руки и потянет меня. Сам второй шаг не делает. Подтягивает. Я ему не верю. Он меня не потянул. То есть поэтому я никуда не иду. Надо, чтобы он потянул. Тяни. Не верю. Вот. Теперь верю. Но вот как бы не руками то же самое, да, то есть именно то, что мы делали спиной. Раз. Вот, да, то есть. Все. Один шаг. Давай, один шаг. Давай еще раз сначала. Вот я тебя толкаю. Один шаг. Второй не делаешь пока. Ты начинаешь разводить руки. И на второй шаг назад ты меня тянешь назад, чтобы твое движение всем телом шло назад. Да, вот теперь верю. То есть ты как бы провалить меня должен, иначе ничего не будет. Все, собрал и толкаешь пальцы вверх. Вот так. Все, классно. Да. Вот видишь, смотри, я вообще захват не делаю. Вот сейчас и тоже. На натяжении, да? То есть кожа двигается, смотрите, момент, да? То есть кожа двигается вот так. Вот он как бы, рукой. Вот это прилипание, это мы на этом работаем. То есть мы не хватаем вот так руку. Нам зачем? Это он может против нас использовать. Он потянет туда, мы за этим же полетим. Нам надо, чтобы мы успели убрать. Раз, 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 раз. То есть как бы мы прилипаем. Через давление небольшое такое. И вот на этом работаем. Давайте поменяемся.
Значит, начнем то же самое, да? Начинаем. Второй человек, он тоже не поддается, он немножко такой вязкий, и мы как бы, у нас игра уже происходит. То было монолог, мы разговаривали по очереди. А тут у нас диалог. Мы разговариваем как бы вперемешку. То один реплику сказал, второй поверил, не поверил, то второй сказал. Чуть-чуть потянуть. Дыхание. И ныряем, да? То есть вот здесь тазобедренный сустав немножечко занырнуть, потому что у нас идет, он уже куда-то потянуть, а куда мы будем тянуть, если не делать шаг назад? Только вниз. Мы как бы собираемся в пространстве немножечко сюда. И отсюда же мы должны потом выстрелить, да? Чтобы было куда. И здесь мы как бы немножечко наверху, и чтобы было куда уходить, мы немножко заряжаемся. То есть эффект такой очень интересный. Вот это закрытие-раскрытие здесь прослеживается как идея в дальнейшем везде, во всех упражнениях. Вот так. Чуть потянуть и обратно вернуть. Движение непрерывное. Идем дальше, да? Давайте самое-самое простое наше упражнение. Кто-нибудь в гости ко мне еще, кто не был? Ходите. Да, давай. Переднюю ногу вперед, правую. Здесь вот так. И начинаем в горизонтальный круг. Самая простая вещь. Толкаем здесь, здесь принимаем. Снаружи подталкиваем, сзади принимаем. Один полкруга толкает, второй полкруга толкает. И вот как эффект на видео такой, когда один кадр растворяется в другом, это усилие должно переходить очень плавно и незаметно для нас. Вот. Задача наша какая? Наша задача не пустить его в центр. Вот сюда. А, то есть вот я иду, и задача сюда не пустить. Но постараться сделать это не напряжением, иначе напряжение тут же сразу нас, да, заставит нас как бы у ворот. Все правильно. Через напряжение мы не идем. Это вот складочка, да, то есть она как бы чревата. Поворот происходит не здесь, а вот здесь, раньше, то есть ближе к земле. Тогда быстрее будет. Тут далеко от земли, ты не успеваешь. Ты же все равно делаешь все за счет гравитации. Вот, все, ты уже заранее как бы ушел. И мы ходим. Задняя нога, чуть-чуть передняя нога. Задняя нога, передняя нога. И ладошка немножко разворачивается к себе, потом от себя. Не помогаем уходить, да, то есть мы как бы немножечко подтормаживаешь меня. То есть ты помогаешь мне убегать, да, то есть ты уходишь, а ты немножко подтормаживаешь, ну как бы так легко-легко, без напряжения такое, на легком натяжении. Как смола, как мед, то есть что-то такое густое. Когда два не умеют это вот делать, очень все. Это руку давай. Я забыла. Класс. Давайте другую ногу, другую руку, да? Вот толкаем меня. Вот ну как бы толкаем. Вот сюда толкаем. Вот вперед. Привет, смотри, упрекайся. Упрекайся. Толкай меня. Привет, тихо.
Да, идет. Та же история, только в парах меняемся почаще. Нужно, чтобы вы состояние друг друга послушали обязательно, то есть разных людей, друг с другом, ну, то есть по-разному поработать немножко. Потому что это очень такой, одна из ключевых идей, да, тайзи, что мы должны обмениваться обязательно, иначе как бы, ну, все же разные. Да. Правая ножка вперед. На одну линию? Ну да, на одну линию. Угу. Вот и потихонечку начинаем. Ну, не руку, на ногах. Помаленьку. Как бы основная задача понять, где именно зарождается движение. Исследовать самые простые вещи, да? Чтобы не напрягаться излишне. Как бы напряжение происходит от незнания. А ты не знаешь, как сделать, ты напрягаешься, делая больше, чем нужно. Когда знаешь, зачем напрягаться? Берешь и делаешь. Правильно? Угу. Назначь. Натяжение постоянно чуть-чуть становится. Идем. Тоже не вялость, да, руки? Она немножечко не спит. И моя задача зайти в центр. Ну, как бы, теперь без напряжения. Почему? Потому что напряжение, оно как бы чревато. То есть оно как бы, ты как деревянный человечек, да, начинаешь отскакивать. А ты должен быть резиновый человечек, чтобы не отскакивать. Чтобы наоборот, от тебя отскакивало, как от кунг-фу панды, да, и улетел. Все секреты кунг-фу в фильмах уже давно показали. Не показали, правда, как тренировать, но как бы конечный итог уже все есть. Да, то есть. Ну, теперь надо меня сдвинуть, да, то есть. Нет, не в смысле сдвинуть, а в смысле сдвинуть по кругу дальше, то есть вот так же, то есть по этому кругу. Сдвинуть, это мы будем играться дальше, да, то есть чуть-чуть попозже. Да, 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 чтобы было понятно, что включается. Да, да, вот это шикарно. Красота. Спасибо. Еще раз поменяемся и пойдем уже в более интересную часть нашу. Кто не был, давайте, кто еще не был, да? Но никто не хочет. Они все хотят, просто боятся. Вот, и поехали. Начинаем легко-легко. Вот особенно если встаем с дамами или с тем, кто поменьше ростом, весом, начинаем легко-легко. Наша задача не показать, да, что мы сильные. А научиться слушать, насколько сильный тот другой. Потому что какие мы и так знаем. Зачем нам это еще как бы показывать? Мы знаем главное, и ладно. Вы поймите, кто там стоит сначала. Тогда будем уже общаться. Не рукой. Структуру создай немножечко. И дальше. Я буду уходить здесь. Чуть-чуть вертикально. И уже не происходит. И тут уж все. Примерно как так. И туда как бы мысли. А дальше уже происходит. Да? Верю. Как сказал бы Станиславский, верю. Спасибо. Значит,
Пойдем покажем, да, значит, как у нас начинается все. Ставим, значит, правую ногу вперед. Сейчас сразу скажу, никто не жестит. Мы делаем все очень мягко и нежно, да, то есть начало такое же плавное, как вот мы сейчас сделали упражнение. Специально вас замедлил сначала в этих упражнениях, чтобы вы успокоились и поняли, что никто никому морды бить сегодня не будет. Да? Давайте. Значит, начало такое, скрещиваем руки, то есть тыльная сторона здесь и на локоть, вторая часть. Отсюда мы начинаем свободную работу. Дальше руки могут ходить как угодно, от пояса до плеч. Работают руки, работают плечи, живот, спина до позвоночника. То есть вот так не обнимаемся уже. То есть что нельзя делать? Нельзя бить, нельзя болевые заламывать, там, отхватывать пальцы. Это пока не надо, то есть потом все, лет через 20. Значит, голову не трогаем вообще. Ноги и все, что ниже пояса, не трогаем. Только вот работаем вот здесь. Тянуть, толкать, подхватывать без заломов. То есть вот это уже на залом. То есть мы как бы... Нет. А то есть, чтобы не было, разворачиваем руку. Вот так уже можно. Да? То есть такая история. Задача какая? Сделать усилие, чтобы человек сделал хотя бы один шаг. То есть какой-то толчок, я отскакиваю, да? Или человек отскакивает. Один шаг, и уже достаточно. Все. Мы останавливаемся и начинаем дальше. Сначала. Спокойно. Стали, послушали и снова работаем, да? Вот. Какое-то усилие произошло, раз. То есть наша задача не дать этому случиться. То есть какой-то пытается сделать. Наша задача не дать ему это сделать. Остаться стоять на ногах и по возможности сказать свое слово. Да? Замедляемся, давай, замедляемся. Слушай. Что происходит, слушай. И пытайся это сам сделать, намедлить. Вот. Что ты понимать начинал. Пока ты быстро двигаешься, ты ничего не поймешь. Ну да, да, это интуитивно. Воу-воу, да, как бы, а что на самом деле происходит, непонятно. Потом замедляемся. Чтоб ты начинал учить себя. Первично состояние, не техника. То есть Миша просит показать технические аспекты, да, я говорю, то есть техника, она приходит уже вот в работе. Есть там всякие штуки, там, да, там, уходы, нажимы, там, да, вот эта вот штука, которую мы делали, это самая базовая вещь, да, вот, когда мы открываем вниз, либо открываем, нажимаем туда, да, все, пока для начала больше не надо. То есть вот эта вещь потянуть, вот эта вещь толкнуть, убрать. Убрать, потянуть, толкнуть. Все. Больше не нужно. Нужно именно состояние тренировать. То есть, как бы я когда пришел первый раз к Шифу, к Владимиру Сидорову, у которого сейчас учусь, то есть я тогда уже был типа чемпион мира такой на понтах. Значит, прихожу, я встаю с ним в туй-шоу. И, короче, я начинаю отлетать просто как котенок вообще. То есть ничего невозможно сделать с человеком. Ну, то есть, как бы я молодой еще, да, то есть этот человек уже как бы почти 30 лет этим занимается. Ездит в Китай учиться, то есть он наследник как раз традиции фанжицяна, да, то есть это по линии Чэнь и Хуньюань Тайцзи. Ну, то есть я понимаю, что как бы, ну, как бы я делаю то же самое все. Ну, как бы, ну, механика, это как бы одна, руки, ноги, то есть, но я не могу ничего сделать. Потому что там, где у меня один шаг, у него 1000 шагов. То есть он, я давлю, и он как бы отступил на шаг, то есть вот здесь как бы чик, отступил, все, и дальше я не могу. То есть у меня нету как бы вытяжки вот этой, собирания, да, то есть, а когда он дает, то есть он дает 10, а мне отступать-то некуда, у меня только один шаг, и все. То есть стало понятно, что техника, она как бы круто, да, когда ты знаешь много приемов, но как бы состояние, именно вот это спокойное, вязкое, мы его развиваем, да, то есть через эти спокойные, медленные упражнения. Кажется, нафига все это надо, какие-то магические пассы, да, то есть какая-то энергия ци, да, все просто, то есть мы уплотняемся немножечко. Но мы как бы чувствительность тела к... взаимодействие увеличивается, то есть мы каждый миллиметр слышим, и каждый миллиметр, мы на каждый миллиметр можем ответить, да, то есть, и, или пропустить, в зависимости от того, какой у нас там план или идея, да. Вот, предлагаю сейчас
на этом закончить. Да? Давайте все попрощаемся, как положено, по традиции. Ножки вместе. Спокойно. Правый кулак, левая ладошка к себе. От себя, пространство вокруг, друг друга послушали. И посерединочке между остаемся. Всем огромное спасибо. Спасибо. Очень спасибо здорово. Тебе. Спасибо.